Всем привет! Вы на канале ISL Aesthetics. Да, это наше новое название. С вами Наталья Исилевич. Я давно не выходила в формат болталки с вами. Давайте я в этом видео поделюсь нашими новостями, что нового в моих салонах, какие планы, как я слетала в Москву, поделюсь нашими новостями. И наверняка вы уже заметили, что вместо Исилевич студия у нас новый бренд, у нас новое название ISL Aesthetics. Почему мы меняли название? Те, кто меня знает, следит за мной в Instagram, вы знаете, что формат моих салонов, он периодически менялся. Из визажа мы ушли в перманент, появилась косметология, появилось направление удаления некачественного перманента. И мы ушли в центр эстетики. И формат студия сама, да, потому что изначально это была студия макияжа, макияжа невест, занимались образами. И потом мы перешли в более такое эстетическое направление, где у нас была подология, косметология. И поэтому формат студия, он уже стал неактуальным. И периодически такая прилетала идея, что все-таки надо сменить название. Но я не решалась, потому что вроде бы бренд уже знают во всех регионах, где мы работаем. И, в общем, я решилась, и мы сделали. Теперь мы официально ISL Aesthetics, центр эстетики, где мы заботимся о вашей молодости, о вашей естественности, о вашей красоте. Вот, напишите, что скажете про новое название, передает ли ISL Aesthetics тот наш подход за естественность, за красоту, за ваш такой индивидуальный молодой образ. Напишите в комментариях, мне будет интересно почитать. Нравилась ли вам больше Исилевич студия, либо сейчас ISL Aesthetics, как вам? Это первая главная новость. Потом, что было? Я после 2 лет отсутствия, я наконец-то слетала ко мне в салоны в Москве. Я мечтаю, что в этом году я обязательно слетаю в Новосибирск, потому что сейчас я уже не беременна, я уже не кормлю, я уже более свободная. И вот все это время команда справлялась сама, и у нас прекрасная новость, что мы теперь в Москве буквально в 7 минутах от Красной площади, мы в самом центральном районе столицы, в Тверском районе, и мы прям буквально в 1 минуте от метро, у нас есть парковка, в общем, все так сложилось, что мы поменяли сейчас район, так что ждем вас по новому адресу на метро Новослободская. Я благодарю за то, что на протяжении, вот меня не было, Новосибирск без меня работает уже 5 лет, Москва уже 2 года, да, как я уехала в Израиль, и я благодарю свою команду за то, что, во-первых, по показателям, по ключевым, а главное по отзывам клиентам, что нам удается соблюдать наше качество. Еще главная новость о том, что мы запустили просто бомбическое направление, это и в направлении естественного омоложения. Вы знаете, что я всегда придерживаюсь натуральности, и когда мы внедряем в процедуры, мы всегда за безопасность, за те процедуры, которые не приведут к неблагополучным последствиям, чтобы потом меньше исправлять это все на ваших лицах. Мы думаем, что будет с вашим лицом через годы. Это во всем, и не только с лицом, да, это и по телу, это и по лицу, когда мы делаем и косметологию, и перманентный макияж. Так вот, сейчас появилось такое направление и желание так омолаживать вас, чтобы вы оставались именно естественно, и сохранность черт лиц, она как бы оставалась с нами. Что это значит? Чтобы вы взрослели, биологию никуда не отменить, но чтобы индивидуальность вашего лица сохранялась, чтобы вы, как я это говорила, взрослели мудро. Мне кажется, это потрясающий подход. Комплексно, да, девчонки, это дисциплина, это труд. И вот я сегодня расскажу о процедуре, которую мы внедряли. Я прежде всего это тестирую на себе. И сейчас вот мы во всех наших городах запустили шикарные отзывы. Я буду выкладывать кейсы. Эта процедура направлена на устранение первопричин старения вашего лица. Что это значит? За счет стимуляции мышц происходит именно естественное омоложение, когда там, где был гипертонус, либо какие-то спазмы, отечность и последствия этого, да, отеки, темные круги под глазами, носогубки, которые мы не любим. Сейчас появилось возможным поднять уголки бровей. У меня, не знаю, заметите вы или нет, я сейчас постараюсь приложить
свои фотографии или видео, я сейчас прохожу курс процедур, и я вижу, как с каждым разом мой взгляд становится более открытым. А главное, я прорабатываю сейчас тяжи, которые у меня здесь, есть костное напряжение из-за коронок, ну, то есть я все о себе рассказываю, да, что я себе делаю. То есть у меня здесь коронки, и благодаря то, что у меня там штифты, образовывается костное напряжение, и когда я поняла, то есть что у меня, вы замечали в видео, у меня есть асимметрия, да, когда я говорю. И вот сейчас задача снять это напряжение, и, честно говоря, я думала, что у меня это из-за того, что я уже там на протяжении 10 лет работаю правой рукой, и вот, ну, у меня постоянно, я работаю с этим, я расслабляю, я хожу на массаж, я хожу, посещаю остеопатов, да, прекрасных, и это напряжение не снималось, асимметрия, там я и брекеты носила, асимметрия оставалась, и вот сейчас я вижу, как она уходит, а я работаю всего месяц, ребят. Это главное. И плюс я хочу сказать, что как здорово, что у меня начинают подниматься брови, раскрытый взгляд. Я покажу фотографию еще 17-го года, когда все, я думала, у меня надежд нету. То есть я уже рассматривала, что возможно там после 45 я сделаю блефаропластику. Вот сейчас я реально поняла, что я еще максимально долго буду поддерживать именно свою сохранность лица, свои черты лица. И именно буду взрослеть красиво. Поэтому по процедуре аппаратного фейслифтинга, я говорю сейчас о ней, я буду еще рассказывать в следующих видео. И именно вот я сейчас так покорена, что я так давно привыкла вас приглашать на процедуры, где немножко надо потерпеть, где вы переживаете там лазерных каких-то вмешательств, процедур, боли, когда перманентный макияж, либо вам, например, удалять татуаж, где-то вы боитесь там с лазером связаться, нет. А здесь мы испытываем такой кайф, что это процедура аппаратного фейслифтинга не больная, это можно делать даже беременным, да, то есть, ну, после определенного первого срока, это можно процедуру просто испытывать удовольствие, а при этом вы омолаживаетесь, и именно естественно, и это не имеет никаких последствий, только молодость, только свежесть, и смотрите еще раз результаты. Татьяна прекрасная у нас на 4-й процедуре аппаратного фейслифтинга. Татьяна, расскажите, как вам впечатление, как процедура? Давайте расскажу по порядку. Вот смотрите, у меня на лице нет ботокса с октября прошлого года. Филлеры отсутствуют. А мезо я делала больше года назад. То есть никаких процедур дополнительных, кроме там ежедневного ухода там, по очистке кожи, у меня нет. А в январе я переболела гриппом и переболела ковидом. Есть фотографии, вам сейчас их покажут, в каком состоянии я пришла сюда, в салон, чтобы можно было сравнить до, да, и после. Что было сделано? Было сделано 4 процедуры, я собираюсь еще прийти, потому что это очевидный просто бомбический эффект. Во-первых, кожа пружинистая, вот она прям пружинит, вот она вся такая вот. Дальше. Она подтянулась за счет мощной проработки мышц, глубинных мышц. То есть все-все-все личико прям подтянуто. Вот эта складочка, сравните с фотографией, она практически ушла, ее даже незаметно. Здесь еще будет оставаться, потому что мне тут нужно немножечко прикус менять. Но это уже делу не относится. Дальше. Из побочных эффектов сразу хочу что сказать. У меня в плюс был левый глаз. Сейчас я читаю без очков. Представляете? Я слышала про такой эффект, но когда я его ощутила на себе и почувствовала, и я в этом убедилась, я теперь всем про это рассказываю. Вот такая вот побочка. Татьяна, спасибо вам большое, вы прекрасны. Благодарю. Ждем вашего результата, ждем, это промежуточный еще результат, 4-я процедура, ждем после курса. 10 процедур прекрасно, спасибо вам большое. Огромное спасибо нашему специалисту, конечно, Светлане Витальевне. Это я рассказала сейчас основные новости в работе. Мы продолжаем вас омолаживать. И также, конечно, дополнительно, я, возможно, расскажу еще в следующих выпусках. Мы сейчас тоже внутри, я провожу внутреннюю работу в команде, в моих отношениях с мужем. Да, мы строим семейный бизнес. И, кстати, если вам интересно, давайте в следующем видео мы со Стасом, с моим мужем, с кем мы ведем вместе бизнес, мы раскроем какую-то рубрику про управление бизнесом, потому что более 5 лет мы уже управляем бизнесом удаленно. Стас у нас такой структурный, системный человек. Если вам интересно, давайте сделаем рубрику. И еще я предлагаю, если вам интересно, поговорить
с доктором, с неврологом, с остеопатом, который как раз благословил, поддержал меня, когда мы внедряли систему аппаратного фейслифтинга. И я предлагаю вместе с доктором поговорить на тему комплексного омоложения тела, про здоровье, про женскую красоту. Давайте, если вам интересна тема с доктором, напишите здесь в комментариях «хочу интервью с доктором». Или там напишите «доктор, ждем тебя». Если вам тоже интересна рубрика про бизнес вместе со Стасом, напишите «и со Стасом давай поболтаем». В общем, здесь жду в комментариях, пишите. Давайте будем на связи периодически в таком режиме болталок. Мы будем выходить и делать новые рубрики на моем канале. Жду обратную связь в комментариях, давайте здесь будем общаться. Пишите также мне в директ Инстаграм, всегда открыто, отвечаем на ваши вопросы. Все, всех благодарю, хорошего вечера, до встречи в новых рубриках. Пока-пока!